Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья Советов радуют победами в Арабских Эмиратах. Фигуристы отмечают юбилей – 120 лет первого чемпионата мира. Золотую шайбу разыграли в областной столице. Неоднократный чемпион Самары в турнире «Золотая шайба» отстоял свой титул. Этот турнир был организован еще полвека назад специально для дворовых команд, чтобы таким образом растить будущих звезд мирового хоккея. На этот раз лучшим в Самаре стал клуб «Чайка», на втором месте «Сатурн». Бронзовые медали в упорнейшей борьбе завоевали космические аллигаторы. Мне, как тренеру этой команды, это было особенно приятно. Если выигрывает младшая команда, побеждает или становится в призах средняя команда, да, это результат. Но это еще не достижение. А вот когда команда старшего возраста в золотой шайбе 13-14 лет завоевывает медали, здесь уже тренеру есть по-хорошему чем гордиться, и хоккеисты могут считать, что они действительно чего-то стоят. Эти ребята действительно могут играть дальше в молодежных командах и во взрослых. У самарских фигуристов тоже праздник. Они отмечают годовщину первого чемпионата мира в своем виде спорта. 120 лет назад в Санкт-Петербурге прошли первые международные соревнования на звание лучшего фигуриста планеты. Им стал немец Гилберт Фукс. Чемпионат 2015 года выиграл испанец Хавьер Фернандес. Россиянин Максим Ковтун седьмой. Самарские фигуристы на прошедшем дне зимних видов спорта провели показательные выступления для жителей и гостей города. Вспоминали, каким было фигурное качество катание более полувека назад. Все катались на естественном льду, в парках, в садах, на площадях. Вот, я помню вообще свои тренировки даже на той стороне реки Волги, когда замерзало первое щучье озеро. И мы с тренером туда шли пешком, там уже замерзшие, переодевали, значит, из валенок или из каких-то зимней обуви коньки. Вот. Ну и, конечно, когда выходили на лед, он всегда был припорошен снегом. А вот крыльям Советов сейчас по-настоящему жарко и в прямом, и в переносном смысле. Они в Арабских Эмиратах на тренировочных сборах. Кроме того, проводят контрольные матчи, причем побеждают. На этот раз самарская команда одолела бронзового призера чемпионата Узбекистана «Насов» со счетом 4-2. И китайский клуб суперлиги «Ханчжоу Гринтаун» на табло горело 2-1 в пользу крыльев. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.